Партнер программы – сеть книжных магазинов «Читай город». Егор Чехдуров, руководитель педагогического направления Бурятии, российских студенческих отрядов. Студенчество. Время задуматься, правильное ли ты направление выбрал. Но речь не только о личном. Невольно думаешь о происходящем вокруг. И не всегда это положительные мысли. Поэтому сегодня моя книга «1984» Джорджа Оруэлла. Читаю я медленно, но это не тот случай. Поначалу действие казалось мне сумбурным, но чем дальше, тем больше чтение перерастало в некую манию. Хотелось быстрее узнать, что же случится. Если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя. Роман – это переживание Уинстона Смита, работника Министерства правды и члена внешней партии. Он не разделяет идеологию партии и полон сомнений об окружающей его действительности. Все это происходит на пороге войны. Я сильно переживал за главного героя, не мог заснуть, думая, как же этот мир до этого дошел. Безысходность, отчаяние и пустота – то, что испытываешь в первые минуты после прочтения. Роман «1984» входит в число так называемых антиутопий предсказаний. Широкое распространение получила терминология романа, например, выражение «холодная война» и «дважды два равняется пяти». К концу 20 века книга переведена на более чем 60 языков, два раза экранизирована и представлена в версии радиоспектакля. А какая книга ваша?